Под мотивы композиции «Весна» 45-го года мужчины в советской форме и девушки в легких платьях станцевали вальс Победы. Благодаря стилизованному флешмобу гости парка имени Зернова смогли окунуться в атмосферу праздника, царившую в каждом доме и на каждой улочке в том самом мае. Воевали наши деды, наши бабушки. Да, мы это выступление посвятили своим дедушкам. Да, это больше для своих дедушек и бабушек, которых уже, к сожалению, нет живых, но память, она всегда с нами. Патриотическая акция объединила около 30 человек. На протяжении месяца они на паркете Дома молодежи оттачивали движение и готовили образы. Были как опытные пары, так и новички. Поэтому организаторы старались подобрать оптимальный уровень сложности хореографии. Все молодцы, я очень рада, что столько народа откликнулось. И были не только люди, которые уже имеют танцевальный опыт, но и пришли где-то 3-4 пары, которые вот буквально с нами с первых шагов учились вальсировать на моих занятиях, и они справились. Сегодня вполне гармонично влились в наш рисунок, все было здорово. Конечно, эмоций куча, быть причастным к чему-то большому и светлому, такой вот как праздник 9 мая, это здорово, это, конечно, вдохновляет. Городская праздничная программа завершилась на мосту строителя Захарова. Красочный фейерверк «Салют Победы» саровчане также смогли наблюдать с набережной парка. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».